Пытаясь объехать автомобиль, водитель почти встал на два колеса. Оба водителя расстроены произошедшим ДТП. Рулевой Toyota Vista тем, что попал в аварию на ровном месте. Водитель Toyota RAV4 из-за того, что не смог разминуться с универсалом. Загорелся желтый мигающий сигнал светофора, Vista остановилась. Равчик не успел. Начал уходить от удара на клумбу, но по касательной задел Висту. Водители были бы согласны разойтись по Европротоколу, так как ущерб до 50 тысяч. Но так как у виновника ДТП каска, ждут сотрудников ГИБДД для дальнейшего оформления ДТП. В любом случае, надо отдать должное водителю Toyota RAV4. Лучше повреждения по касательной, чем прямой удар в переднюю часть. По крайней мере, после оформления аварии равчик с места происшествия сможет уехать самостоятельно.